Всем привет! Очень давно не записывал свеженькие видео, поэтому сегодня будет у нас небольшой обзорчик посылок из США. Первая вот такая вот будет маленькая совсем. Там должна была нам приехать шапочка детская из Амазона. А также сегодня на обзоре будут другие вещи, которые мы заказали в США тоже и тоже. В интернет-магазине Amazon. В общем, распаковываю при вас. Сегодня наконец-то получил уже долгожданную посылочку. Камера, надеюсь, ловит. Сейчас ее быстренько распакуем. За последнее время я смотрю, что очень много людей стало смотреть мои видео. Это, безусловно, очень приятно. Спасибо вам, ребята, огромное. Буду стараться, во всяком случае, теперь записывать больше разных видео с разных магазинов. Были еще покупки, но, к сожалению, времени на их обзор, к сожалению, не было. Вот. Поэтому, извиняйте, буду исправляться. К Новому году едет очень много посылок, поэтому... Держитесь, будут обзоры с Apostol, с Forever 21 опять же. Ну и, в общем-то, с других магазинов. Да, и 6PM, кстати, тоже в этом же смысле будет присутствовать. Ну что ж, вот такая вот. Сейчас мы ее достанем, наверное, чтобы было понятно, что это такое. В общем, на сайте было написано, что это... Картоновая повязка для маленьких детей. Такая на голову, как беретик, что ли, одевается она. Примерно такого формата. Ну, в общем, вот так она выглядит. Собственно говоря, соответствует фотографии, как было на сайте, так, в принципе, и в жизни. Ну, картон картоном, в принципе, я не знаю. Стоила она там буквально долларов, я не помню, до 6 максимум, там, то ли 4, то ли 3, сейчас не вспомню, потому что со мной здесь нет инвойса с магазина. Но, в общем, как-то вот так. Это первое, что мы должны были получить, долгожданные посылочкой с Америки. Ну и самая большая сейчас, наверное, ее перемещу уже ближе к камере. Вот она. Так, чтобы показать, здесь была еще наклеечка Amazon Prime. Вот. Неудобно немножко. Но, в общем, наклеечка наша долгожданная. Ну и, собственно говоря, в посылке здесь тоже очень будет много разных детских вещей. А также я себе заказал, кстати, хотел похвастаться, охлаждение из Америки для своей видеокарты, потому что, честно говоря, когда играешь в игры, шум неимоверный, поэтому решил заказать первый раз для себя технику из Америки. Не знаю, честно говоря, насколько это будет все интересно и так далее, ну, в общем, посмотрим. Во всяком случае, могу сказать, что цена у нас в Киеве, например, в интернет-магазине, даже сравнивал цены с ценами США, немножко отличаются. Ну, скажем так, не немножко, но даже с учетом доставки где-то выходит около, ну, так, чтобы не соврать, хотя бы гривен 80 вы точно сэкономите. Итак, первое, что мне попадается на глаза, наверное, я уберу ее лучше, чтобы было понятнее и видно, что я демонстрирую на самом деле. Так, мы берем вот пакеты тоже. Это у нас игрушки для купания. Вот такая вот здесь наклеечка. Так, чтобы так показать. Написано Мунчкин. Мунчкин. В общем, здесь разных, я не помню, сколько там по количеству игрушек. 10 вроде бы, да? Здесь вот есть рыбки, какие-то скаты, какой-то пингвинчик, ну и тому подобное. Все это прорезинено, все это можно бросать вашему ребенку в ванную, где он сможет, в принципе, с ними играться.
Вот. Как-то вот так вот. Это первое, что мы хотели бы показать вам. Следующее у нас вот такая вот подвесная игрулька. Она вешается на коляску. Ну и, собственно говоря, там вот, если видно, камера должна словить зеркальце, потом какие-то еще приспособления разные. Я пока, наверное, распечатывать не буду, потому что это все на подарок, поэтому надеюсь, что вы меня поймете. Здесь вот разные есть колечечки. Сейчас камера должна словить их. В общем, игрушка довольно-таки такая интересная. Стоила, я не помню, сколько она по цене, но, в принципе, как по мне, то сделано это довольно-таки качественно. То есть саму игрушку очень сложно. Вот если на нее надавливаешь, то как бы она пружинит. То есть там чувствуется, что набито очень много этого утеплителя. Ну и, собственно говоря, качество самой игрушки, мне кажется, должно быть достойным. Потому что игрушка стоит не $1. Вот. Поэтому. Так, это наш инвойс с Амазона. Вот я его достал с коробки тоже. Так. Ну, в общем, как-то вот так. Две картиночки таких вот. Точнее, два листочка, две картиночки. Ну вот, собственно говоря, нет, вот здесь прямой список того, что мы покупали. Все заказано на Амазоне. Вот. Вышло довольно-таки немного на самом-то деле, но собирали, скажем так, Amazon собирал не очень быстро, довольно-таки долго. Так, вот еще одна погремушечка, тоже это детская для ваших детей, собственно говоря. Вот. Так, отсвечивает. Одна, значит, сторона у нас будет погремушечка, там идет малинового цвета, вторая бирюзового, что-то такое. В общем, как-то так. Камера не ловит. Все везде отсвечивает нам. Ну, в общем, я думаю, что вы рассмотрели. Дальше. Это я называю штучку грызулькой. Я не знаю, как по-другому назвать. Когда у ребенка режутся зубки и тому подобное, вещь очень необходимая вот в хозяйстве, поэтому тоже приобрели. Все приобретали, кстати, к 19 декабря, если не ошибаюсь, День Николая. В общем, вот такая вот штуковина вашему ребенку в зубы, чтобы, собственно говоря, он вас не беспокоил, а спокойно себе грыз. Ну и, собственно говоря, наслаждался жизнью. Я не знаю, как еще это сказать. Вот. Так, следующее, дорогие друзья, что я хотел представить вам. Это будет, наверное, наше долгожданное охлаждение. Значит, охлаждение это у нас будет от фирмы Articooling. Я не знаю, обзор. Собственно говоря, наверное, нет смысла делать, потому что очень много людей, очень много видео по поводу этого охлаждения есть в интернете, собственно говоря, если вы хотите такое же охлаждение, то милости просим, стоит оно в Америке $39. В Украине же стоит такое охлаждение примерно 470. Вес данного охлаждения 479 грамм. В принципе, с доставкой, со всеми делами выходит, я же говорю, где-то экономия гривен 70-80, собственно говоря. На дороге такие деньги тоже не валяются, тем более сейчас как бы время такое, что любая копейка как бы будет кстати. Вот. Собственно говоря, вот сзади так она выглядит. Наше охлаждение. Надеюсь, там видно все. Очень мне понравилось, поэтому я не знаю. Я, честно говоря, решил заказать именно такое. У меня видеокарта GeForce GTX 560 Polit. Вот, именно для нее я заказал, слава богу, она там была в списке видеокарт, которым подходит в такого рода охлаждение. Собственно говоря, работает очень тихо, поэтому даже когда вы играете, температура не поднимается больше
60 градусов, что для меня очень даже приемлемо. Но, собственно говоря, это уже из другой оперы, поэтому как-то вот так. Каждому свое, как говорится. Следующее, что еще хотела представить, это куколка от известного бренда. Называется он Fisher Price. Вот такая вот куколка. Вот, кстати, видел довольно-таки дней 2 тому назад рекламу, что вроде бы открылся официальный магазин у нас в Киеве. Вот, очень был, конечно, удивлен. До этого, как бы, об этом бренде я, честно говоря, вообще не слышал. То есть первый раз мы видели эту куклу на Амазоне среди других кукол и вообще игрушек, в принципе, в разделе. И я не знаю, честно говоря, она нам очень понравилась. Вот такая вот. Она светло-розового цвета. Baby doll, shake me и тому подобное. Здесь что-то написано. То есть она, в принципе, я не знаю, вроде бы мягкая, хорошо чистится, написано о ней, ну и тому подобное. Вот задняя сторона ее. Игрушка очень прикольная, я не знаю, если вам понравится, то заказывайте. Качество игрушки как бы соответствует всему тому, что я, честно говоря, привожу для себя и, например, для того, чтобы реализовать здесь в Украине. В общем, одним словом, супер-пупер. Везите, не пожалеете. Вот. Личная рекомендация от меня. Ну и, собственно говоря, еще одна такая игрулька. Ее, в принципе, можно использовать как и просто игрушку, например, чтобы ребенок с ней играл. Или можно, в принципе, тоже ее вешать на коляску. Ну и, собственно говоря, или колыбельную. Собственно говоря, как и то, что я показывал до этого. Игрушечку можно тоже вешать, чтобы ваш ребенок и игрался. Но это, в принципе, мне кажется, больше подходит для игры, потому что здесь вот есть... А, нет. В принципе, тоже, да, потому что здесь вот у него прорезиненная лапка, вторая лапка у него из дерева вот этой совы. Ну и, собственно говоря, этот совенок маленький, он отсюда вынимается. В принципе, на Амазоне можете посмотреть, найти там среди других игрушек. Точнее, среди игрушек, которые там есть. Она там вроде бы на первых страницах. Вот данная игрушка. Я, честно говоря, не буду распаковывать, потому что это все на подарок. Вот, племяннице. Заказали столько всего интересного. Вот такая вот сова. Надеюсь, там видно все. В общем, друзья мои. Да, вот она еще так вот излагается. В общем, у меня, в принципе, все касательно игрушек. Всем огромное спасибо за то, что вы смотрели. То, что вы будете смотреть, ну и почаще заходите ко мне на канал. Буду радовать вас новыми обзорами. Скоро будут еще много обзоров. С магазина 6PM мы заказали много вещей, точнее обуви. Вот, с Рапостола будет, с Old Navy, ну и других магазинов, собственно говоря, уже, честно говоря, не вспомню. Все будет идти, все идет к праздникам. Надеюсь, что все дойдет, все успею вам показать, все рассказать, ну и тому подобное. В общем, всем большое спасибо за внимание. Приходите, буду рад, ваш Андрей Шопер.